Ребята, отвлечемся от письменной работы и разомнем пальчики. Сядьте поудобнее и поднимите прямые руки вверх. Пальцы врозь, спина прямая, смотреть вперед. Слушайте внимательно счет и выполняйте простые движения. Начинаем. Пальцы вместе. Раз. Пальцы врозь. Два. Вместе. Три. Врозь. Четыре. Теперь быстрее. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Второе упражнение сложнее. Главная задача – не наклонять голову и чередовать движения. Поднимите руки вверх, пальчики вместе. Теперь согните кисть, чтобы ладонь была направлена вниз. Руки не сгибать. Начинаем. Сожмите кисть в кулак. Раз. Разожмите пальцы врозь. Два. Сожмите кисть в кулак. Три. Разожмите пальцы вместе. Четыре. Еще. Раз. Врозь. Три. Вместе. Активнее. Врозь. Три. Вместе. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Опустите руки.